тоже старинная ваза. Это символы Баварии, вот эти три цветка, ребята. Это Блауэнсия, вот это вот горячавка, Эдельвейс. Вот это красный цветочек, очень редкий, называется Альменрауш. Не знаю, как по-русски это будет. Но это традиционное изображение на протяжении уже нескольких веков. Франкона такое, баварское сочетание. Альменрауш. Вот это вот символы, скажу я вам. Альменрауш. Так, ох, козерог, смотрите, какой, мама мия. Где же второй? Западно-германский. Где она, это сейчас Западная Германия, а? Кто может? Кто мне подскажет, кто мне скажет, где она? Сказочная страна, маленькая страна. И Николаевская родовая. Ужасная тема. Где она? Не так просто подобраться, господа, смотрите. Какая база. Так и тянет на нее сказать половая, да? Я таким образом оскорблю чьи-то уши. А, тут, видите, ну это не ваза, это какой-то сосуд для хранения каких-то соленых огурцов. Ну, такой прям, такой вообще интересный. А? Большой, кстати, вот камера вот не показывает размеры. Я вот недавно показывал вазу, там 55 сантиметров, велирует с бухом. А вот она... Не кажется такой большой. Жаль. Маленькую вещь можно сделать больше. Вот большую вещь показывать нелегко. Видите, какой-то здесь тоже сервиз. Это лихты. 50-х годов. Эрих Хёнекер любил отсюда отведывать под что-нибудь. Подводочку. Вот сервизы какие-то. Короче, видите, тоже это винтажная такая жестяночка. Кстати, интересная, да? Но мы люди скромные, мы не особо падки на какие-то массивные вещи, потому что, ну где их хранить? Я все никак не пристрою еще один колонный зал, чтобы уже быть во всеоружии. Какие-то мега антикварные, это, кстати, костяной фарфор, потому что он легкий. Но это явно югенстиль, ребята, это вторая половина того 19-го. Я просто не могу подойти ближе, понимаете, видите, здесь вот так хаос. Так. Вот такой вот симпатичный, красивый. Надо, чтобы вот так вместе стояли, чтобы не растянули по комнате. Тоже дико антикварная вещь. Дико. Что-то такое прям. А это Франция.
Это лимож старенький. Лиможик такой вообще невесомый. А, смотрите, как она. Просвет. Просвет. Какой просвет? Боже. Все сияет. Ой, это антикварщина, конечно, еще та. Это, там масса стоит всяких нюансов. Это не так, 35 евро. И такой тазик красивый. Я думаю, это антикварный. Нет, антикварный, конечно, это оловянный, да, циновый. Циновый тазик. Красота. Циновый тазик, циновый тазик. Где она, где она? Масса всего, ребята, масса. Да что здесь? Что здесь только? Чего здесь только? Ну какие фирменные вазы. Боже мой. Петролиум лампа. Англия. Это шикарный 70, а Шуман. Шуман. Шуман Кобальт. Еще и Ирины. Это столовый, да, и там, видишь, тарелки есть. Да, глубокие, соусы. Шуман, Шуман. Шуман это смех и радость. Орнамент шикарный, да? Ну, дай-ка я хоть поставлю. Видите, какой? Тут тебе и соусник, тут тебе и все. Ну, красота. Кобальт, Шуман. Вот эта марка прославленная, ребята. Модель, номер. Все имеется. Две Ирины, что самое прикольное. Темно, ребята, сами знаете, да? Чего не могу вам предложить другого света. Другого света у меня для вас нет. Стихами все пошло. Стоит увидеть что-то красивое, и можно сразу стихоплетствовать. Так, ну ясно, с этим Шуманом мы с вами все поняли практически. Видите, какая Ирина. К сожалению, очень темно. Мечта поэта, вот этот вот. Вот это вот Цыпфель, да, такой вот. Об этом мечтают практически все домохозяйства Содружества независимых государств. Это для жаркого. Вот она, видите?
видите? Это, ребята, Хучинройтер, это высший пилотаж. Даже на крышке штамп, и здесь тоже. Вот, видите, все. Виндзор Райт. Короче, виндзорский красный. И никто ничего. Ох, и часы. Как по заказу. Вот что значит. Вот что значит. Нас приветствуют. Так, что здесь еще? Ага, терезентали вот такие. Это для вина, ребята, смотрите. Солиду. Ваше здоровье. Лихтер. Баройтер. Ну все. Какая-то тяга называть все время марки. Это нездоровая просто тяга. Типа Фрау Ройт что-то в этом роде. Давай поставь потихонечку. Потихонечку пока поставим. Темно, темно. Зельтман. Кто-то коллекционировал это все. Ну это вообще что-то дремучее вообще. Да, да, да. Это мелкотоварные какие-то подсвечники. Видите, опять Блауэнсиан, Альмен Рауш и Эдельвайс. Сколько их там? А, ты тоже нашла, да, одну? И я одну нашла. Der Peter wird immer nervös, wenn ich die Gummiflaschen nehme. Echt? Ja, aber die ist ja... Barometer. Für den Fall, dass ich das gebrauche. Das ist alles. Das ist halt eine Antiquität. Das, die sind lange sehr... Da ist noch eine Kuppe. Ohne. Ja. So eine hatte bei uns der Opa. Aber nur der Opa. Die ist halt was ganz anderes wie das. Ein Stück ist von da. Будем мы потихонечку откланиваться. А эта девчонка все здесь, все здесь. Я думаю, в следующий раз кто-то ее удочерит. Будем мы потихонечку, ребята, идти. Потихоньку. Alles klar, ja. Klar, ja. Und das sind die besten Kochbücher, die es überhaupt gibt. Das ist meine Oma auch. Ja, genau, so alt sind die doch. Ja, die sind super. Die gibt es aber jetzt immer noch, gell? Also ja, neu, ja, die neuen Dinge. Ja. Aber mehr als das braucht man eigentlich nicht mit dem Bifürtern obendrauf. Was ist das? Ein bisschen. Ja, hallo. Ja, 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 ich weiß schon. Все, ребята. Всем пока, удачи, мира. Здоровья, помаши всем, до свидания и пока.